Пока есть, пусть будут. Бай! 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 Эти известные слова поэта, который любил сирени, вы уже знаете. Мы опять одни в этом белом свете. Что делаем, как делаем, куда едем? Отличники знают, отличникам пятерки ставим. А те, кто не знают или только что присоединились к нашему каналу, добро пожаловать. Заходите. Приселись, закрываете. Едем за пшеницей. Помните, жаловалась, пшеницы нету. Что это такое? Как будем жить дальше? Не было пшеницы в той фарме, тоже фермы. Ферма, они продают из фермы разное, все продают. Пшеницу у них покупала, цены у них хорошие были. Посмотрела месяц назад где-то, ну и чего, только рожь купила. Еще не открыла, у меня коробочка Арнак принес в воскресенье, в то воскресенье. Я забыла открыть, что купила. Так паниковала, что будем делать. Потом уже согласилась, будем только ржаной хлеб кушать. Хотя самый хороший, самый вкусный, самый полезный. Должна испечь, закончилась. И вдруг сказала, давай зайду в другой магазин, где раньше покупала. Они не доставляют. То есть эти тоже не доставляют в какое-то близкое место к вашему локейшн. Доставляют, вы едете, забираете, но очень близко, 3 минуты. А эти в Голливуде находятся. У них все полным-полно по их дедушкиным ценам, конечно. Но сказала, давай купим, пусть будет. Купила, сейчас едем забирать. Вот такая длинная история, куда мы едем из серии. Куда мы едем с пятачком, уже не секрет. Ты больше похож на пятачка. Я пятачок, ты Винни-Пух. Ты кот Базилио, я лиса Алиса. Я малыш, ты Карлсон. Продолжайте. Я кто, он кто из мультиков. Пожалуйста. Я зайчик, он волк. И я жду. Сказал, погоди, погадаю. Пока жду. Кофе хочешь, я тебя возьму? Волк ты наш. Брутальный. Заяц хочет, конечно, хочет. Доехали до места преступления. Кофе забираю. Спутников наших жизней. Мне вода, ему кофе. Взяли, сейчас вот в путь, опаздываем. Нет, сейчас позвоню, скажу, что приезжаем. Они три дня в неделю только работают, несколько часов. 2 часа, есть день, 4 часа работают. Когда хотят, тогда работают. Все, мы там были с вами. Ничего интересного. Там. Везде с вами. Thank you.
Поехали. Спускаемся. Позвонила, говорю, приходим. На следующей, на прошлой неделе звонила, сказали, все на месте, приезжайте. Сегодня звоню, говорю, мы уже по дороге, скоро будем. Там говорит, а что-то отсутствует из вашего ордера. Кто-то, наверное, забрал какой-то вид пшеницы. Сейчас посмотрю, если заменитель есть, чтобы обратно не вернулись в этот разноцветный сумасшедший Голливуд. Не полюбили Голливуд мы. Вряд ли полюбим. Выпускаемся. Купила пшеницу на годы. Хватит несколько лет. Даже дрожжи купила. Иногда старший сын очень такой фанат пончиков. Что еще любит? Скажите, крендельки. Все, что можно из быстрого теста сделать. Хотя я быстрое тесто даже оставляю на день, на два дня, потом выпекаю в холодильнике. Но иногда и дрожжи у нас всегда как будто на чеку стоят, как пионеры. Доволен? Быстро загрузили. Все есть у них. Цены такие дорогие у них стали. Ну, везде так. Но не жалуемся. Благодарны. Нам нужно по Голливуду немножко прокрутиться, заснять прелести Голливуда, чтобы люди поняли, почему мы не смогли влюбиться в Голливуд. И вряд ли влюбимся. Но с другой стороны, люди, которые здесь живут, у нас очень много знакомых, которые живут, они не представляют свою жизнь дальше Голливуда. Они прямо влюблены в свой район, свой город, можно сказать. То же самое с Клэнделем. Мы тоже не влюбились, два вряд ли полюбим, но клэндельцы не представляют дальше от Глендели. Ну, люди, которых мы знаем. А мы живем в нашем районе и не влюблены, нам все равно. Я бы с удовольствием переехала в какое-то спокойное, более такое малолюдное место. А почему я такая? Всегда была такой. Никогда не любила этот Жихор, не знаю, как называется. Где многолюдно, где очень много накоплений, людские накопления. Сказала, что не люблю, то не люблю. Не люблю ничего накопленного. Paseando por las avenidas, entusiasmado día a día, sintiendo por dentro el temblor. Pegándole duro al tambor, voy marcando el rumbo fijo y poco a poquito ya lo veo, voy llegando hacia Hollywood. Es a donde quiero llegar, Hollywood. Y en las estrellas poderte encontrar, Hollywood.
animado. A Hollywood llegué con vista asustado. Qué sorpresa me llevé cuando a un robot yo le hablé. Por ahí yo le conté que quería ser famoso, una estrella de TV. Está Shakira y Daddy Yankee en la cima, abrazar al Maluma y también al Nicky Jam, rapear con Ozuna y con el Don Omar, saludar a la Z y la L, con gente de zona salir en la tele, con Ricky Martin janguear y con Marc Anthony un tema grabar. Hollywood, luz en cámara, que venga la acción. Hollywood, tierra bonita llena de ilusión. Hollywood, dame la mano, sube a mi nube, esto es un carnaval. В одни поездки все прелести Голливуда не удалось вам показать. Муж говорит, если чаще будем в Голливуд приезжать, быстрее переедем из Калифорнии. Но даже из Калифорнии не надо переезжать. Нужно в Калифорнии переехать в то место, где нету Голливуда. Чем дальше от Голливуда, тем чище воздух. Да. Томекюла очень понравилось. Намереваемся еще один город или район посетить. Там тоже не были. Тоже немножко такой спокойный, не деревенский, но подальше от разноцветности. Спокойный, более натуральный, более зеленый естественный район. Посмотрим, но ищем, не находим. Так любим наш дом, так хорошо обустроились, так связались, привязались к нашему дому. Он нас так держит за все ноги, за все руки. Ну, две ноги, две руки. Считайте, сколько у нашей семьи ног и сколько рук. Видите? Но все равно. Всегда есть лучшее место, если сердце тебя время от времени, даже очень часто, напоминает, что лучше подальше, это значит, сердце что-то знает. Сердцу надо доверяться. Сейчас что планируем? Может быть, пойдем домой сначала, все это разгрузим. Я еще что-то купила, забыла совсем, сама забыла открыть, потому что сын пошел, взял, даст, то есть привез, положил где-то там в гараже. Я забыла открыть коробочку. Наверное, пойдем посмотрим, что купили, и подумаем, что делать дальше. Планирую, но еще не допланировалось, что делать. Добрались домой. Выходим, просим нашего самого старшего, самого сильного сына. Вещи в гараж, а сами сосредотачиваемся, что делать дальше. То есть несколько планов есть, на что делать. Выберем что. Мне еще садовничать нужно. Может,
Это из другого магазина купила. Уже забыла. Знаю, что какие-то подсластители натуральные. А здесь, по-моему, я про все рассказывала уже, чтобы вас не доскучать. Просто покажу, что взяла. Значит, заказала белую твердую пшеницу. Не было у них белой твердой. Сказала, давайте я немножко добавлю, потому что айнкорн, можно сказать, айнкорн и круассан одни из самых полезных и дорогостоящих зерен. Так что сказала, давайте айнкорн возьму, если вы не против. Добавила, взяла. Круассан уже показывала. Отличное зерно, такой хлеб. Не знаю, совершенно другая история. Если только из круассана сделать, даже если добавлю круассан, я всегда люблю чуточку этого, чуточку другого, и такой богатый на вкус хлеб получается. Всегда разный вкус, всегда что-то чудное получается. Айнкорн, вы же знаете, по айнкорн единорос, а ancient grain, антикварная пшеница. Ancient, древняя пшеница, не подвергалась никакому, кто-то вспомнил меня, модификации, генемодификации, так что говорят, айнкорн это королева. Купила королеву. Всегда покупаю 50 pounds купила. О, знаете, действительно, значит, запаслась. Подождите, извиняюсь, забыла выключить. Мой телефон обычно всегда выключен. Даже никто, ничего этого важного не было. Что еще? Red Heart Berries, красная твердая пшеница с большим белковым составом. Хорошая пшеница. Это взяла. Софт пшеница, мягкая белая пшеница. Этим очень блины хорошие получаются, панкейки. Что-то пеку на утро, вафли хорошие получаются. Это так. Круассан сказала. Спелт тоже говорят, полба. Любовь моя, очень вкусный хлеб получается. На канале готовила лепешки из полбы. Это не хлеб, это чудо. А, это что? О, это показала, совсем с ума сошла. Разрыхлитель, очень органический. Причем тут, но дрожжи должны быть у нас дома, в холодильнике. Если не используем, ох, скоро нам. Чтобы я ослепла. Ребенок, когда кашляет, так говорим. Пачка еста у меня сейчас. В прошлом году огурцы посадила. Вы, мои друзья, зрители, сказали, что очень хорошо огурцы поливать этой водой. Представляете? Когда хочет ложкой взять, весь состав выходит на ложке, пытается удивить. Anyway, есть купила, но уже сказала, быстрое тесто иногда. Сын любит баловаться, а я люблю баловать детей. Райист, айо. И держу в холодильнике почему-то, когда открываю. Нужно держать в темном сухом месте. У нас очень сухой холодильник и очень темный, когда особенно дверь закрываю. Это купил, а это сейчас посмотрим. 2 недели назад сын принес и поставил в гараже. Ничего срочного. Да, там у меня еще пшеница. Рожь купила и 3 мешка 50 паунд. Я не знала, что 50 паунд. Да. Других зерн и муку тоже взяла, то есть рожь и 2 вида муки. Это не покупаю, редко покупаю, но для теста на пиццу очень хорошо, с большим белковым составом. Bread flour называется, мука для хлеба, но это для пиццы очень хороший такой
воздушность придает тесту. Многие именно этим и хлеб пекут, то есть этим пользуются пекарни. Я не люблю покупать белую, отбеленную. Все-таки мука белая не может быть. А мука на хлеб обычно делается из твердых сортов пшеницы. Хочу посмотреть. Unbleached wheat flour, organic malted barley flour. Не написано, какой wheat. Wheat бывает разный. Говорит, не отбеленный. Ну, как уже человек, который сам делает муку, я знаю, из белой пшеницы такая белая мука не получится. Там что-то, не открытый перелом, а закрытый или наоборот. Ну, для пиццы такую муку можно использовать граммов, смотря сколько готовите. На килограмм можно добавить 100 граммов такой муки, и тесто получится более пузырчатым. А пицца любит это. Так, здесь у нас было. О, козочку купила. Это их журнал. Органик. Это из магазина тоже можно было. Кокосовый сахар. Но очень органический. Что это я купила? О, Celtic Salt. Говорят, советуют. Очень хороший вид соли. С небольшим составом содиума. Но соль, она соль. Но это хорошая соль. Советуют. Солесоветчики. Соли верды. Не знаю, как называются эти люди, которые время от времени что-то советуют, что-то пересоветуют. Да, это взяла патока молассес. Это для ржаной цельнозерновой хлеба цельнозернового. Всегда добавляю. Это, знаете, что это солод, только в жидком виде. Солод купила, тот же самый запах, как этого молассеса. Думаю, солод просто сухой молассес. Здесь что у нас? О, это никогда не пробовала. Ну, говорит, подумала, это конфеты. Сладкие. It's sweet, but it's not candy. Сахар от фиников. Финиковый сахар. Vinegar. No, финик. Хочу попробовать. Опа, вкусный. Give me it. Он хочет попробовать. It's sugar. It's sweet. And but... Этот мальчик маленький Карлсон. Карлсон 2. Карлсон 1, Карлсон 2. Because it's like flour sugar. Flour sugar. Сахарная мука, говорит. Порошок. A little bit more better. Mm. A little bit? Вот такие дела. Ничего больше не покупала. Это не пробовала, не знаю, что можно с ним делать, но вместо сахара точно можно с ним сделать. Да, кокосовый сахар все знают, пробовали, не новость. Больше ничего нового не купила. Но всегда впечатление, что что-то забыла показать или открыть. Так, сейчас, значит, раз уж 50 купила, думаю, еще запасаться специальными контейнерами. Туда можно пшеницу положить и плотно закрыть. Хотя эти не открываю, потому что у меня еще, можно сказать, меньше, чем половина мешка, есть зерна. Еще бензин купила, 1000 литров, в контейнеры держу. Шучу. Всегда говорю, почему не жалуетесь на цены бензина? А у нас оба машины hybrid, то есть мало бензина горят. На нас бензин не так уж чувствуется. А это почему накупила? Знаете, запаниковала, не то что, что будем делать, но
Я всегда с запасом. У меня, я говорю, это закончилось, значит, осталось пол мешка или пол чего-то. Это начинает, это так называется. Но когда посмотрела, что в другом магазине зерна не было, сказала, а ну-ка подождите, как это зерна нету. Оказалось, очень даже есть. Решила, взяла. Все, больше не покупаю зерно. Ничего не случится. Ух, запаслась зерном на 10 лет. Ну, это не на 10 лет, мы пользуемся. Мы любим, но без хлеба не можем. Я завидую семьям, которые без хлеба хорошо обходятся, не жалуются. Мы не можем. Хлеб – это наша жизнь. Хлеб всему голова, как вы говорите. Хлеб – это жизнь, хлебу быть. Будем печь. Рамдян, а ну-ка кофе в студию и готовимся дальше.